Философия поединка. В минувшие выходные в Иванове состоялся открытый чемпионат и первенство по традиционному ушу. Участие в нем приняли 150 спортсменов из нашего города и соседних областей, всего 5 регионов. Сразились за первое место как самые маленькие ушуисты, мальчики и девочки, так и любители боевых искусств постарше, от 30 лет. Ивановская школа ушу считается сильной. Соседние Ярославль и Кострома на чемпионатах ЦФО реальную конкуренцию не составляют. Ивановская область в Центральном федеральном округе каждый год становится призовым. Команда призовое место занимает. Как правило, первое, второе место. И у нас идет обычно соперничество с Воронежской и с Московской областью. На ковре у спортсмена есть чуть больше минуты, чтобы продемонстрировать определенный набор элементов. Судьи оценивают выступление с 5 точек. Оценки 2. Одна за мастерство и технику, вторая за общее впечатление. Учитывается скорость выполнения упражнения, ритм, сила. Немаловажную роль играет внешний вид ушуиста, его собранность. Во-первых, должен соответствовать технический уровень, всему своду правил, которые у нас существуют. Но и также немаловажна именно эмоциональная наполненность движений, соответствие стиля, то есть самовыражение, вот какой-то артистизм должен присутствовать. Ушу – многогранное искусство, в нем много разных стилей. В традиционном, например, 11 видов, в каждом еще несколько групп. Спортсмены могут выступать с мячом или палкой, есть подражательные стили – орла, обезьяны, тигра. Мне нравится комплекс тумбэй, потому что он как бы выражает меня, потому что я тоже очень быстрый. Ушу, как и любое китайское боевое искусство, прежде всего философия боя, философия самопознания. Но маленьким спортсменам этого не объяснить. Пока для них занятие – это возможность посоревноваться и показать свои способности. Он, во-первых, должен выйти с настроем, с духом. Он не должен делать ошибок, он должен быть настроен, чтобы была сила в нем, была очень хорошая техника, и чтобы повезло. Занятия ушу развивают тело и дух. Маленьким спортсменам навыки, полученные в спортивном зале, пригодятся и в реальной жизни. Мария Смирнова, Андрей Семивоков, РТВ Иваново.